Беларусь накануне Дня независимости. Подготовка к главному государственному празднику завершается. Генеральная репетиция Большого парада в столице прошла в среду вечером. 4 месяца тренировок и личный состав к празднику готов. Традиционно откроют шествие суворовцы, за ними военнослужащие, сотрудники МЧС, а также российские десантники. Всего более 3000 военнослужащих прошли по проспекту Машерова, как это и будет 3 июля. В параде военной техники рядом с раритетными экземплярами новейшие машины. Колонна растянется на несколько километров, а завершит выступление рота почетного караула. Несмотря на поздний час, многие не упустили возможность увидеть парад на пару дней раньше. Напомню, в воскресенье парад начнется в 10 утра, а вести прямую трансляцию от стелы «Минск. Город-герой» будут все национальные телеканалы страны.